Приветствую вас, и если возраст не имеет значения для вас, вы указали, что мужчина старше. Если возраст не имеет для вас значения, и если вы видите, что мужчина провожает вас взглядом, то здесь нужно доверять вашей интуиции, она у вас в силу того, что вы женщина, развита сильнее. И если вы чувствуете, что мужчина хочет заговорить, значит так и есть, но он не решается. И ждать, пока он решится, можно очень долго. Поэтому, если он вам нравится, то ничего нет плохого, зазорного в том, чтобы вы самостоятельно завели с ним диалог. Лучше всего так откровенно и сказать, что вы замечали, как он на вас смотрит, и подумали, что он хочет с вами договориться. А если мужчина действительно этого хочет, он будет очень рад, вы это увидите. Если нет, то он отреагирует соответственно, вежливо, обходительно, пообщается с вами, но вы не увидите в нем никакой радости. То есть вы не увидите у него ответной реакции на ваше такое вот поведение. Это будет означать, что вы ошиблись. Но до тех пор, пока вы этого не сделаете, это так и будет из разряда догадок. Потому что, смотрите, какая получается ситуация. Вы спрашиваете нас, как поступить. А какие у вас есть, вообще-то говоря, варианты? Вариантов немного. Либо вы сами с ним договариваете, либо нет. Соответственно, если вы с ним не договариваете, значит, получается такая ситуация, получается такой момент, что вы теряете в догадках. Вы не знаете и не будете знать, правда вы думали или нет. И этого, к сожалению, не знаем и мы тоже. Поэтому самый лучший способ здесь самостоятельно начать с ним диалог. Этим вы положите конец догадкам, положите конец всем этим взглядам и, собственно говоря, решите для себя этот вопрос и либо ответ будет либо положительный, либо отрицательный, но, по крайней мере, это будет результат. И на этот результат вы сможете уже опираться. На этот результат вы уже сможете как-то, учитывать происходящее, извлечь опыт какой-то на основании этого результата, да, и в будущем этот опыт использовать. То есть я думаю, что вам нужно в этом случае ваша ситуация просто-напросто с ним договорить. Ничего плохого в этом нет. Конечно же, делать это нужно вежливо, делать это нужно осторожно, делать это нужно только один раз. То есть вы проявляете инициативу по отношению к мужчине. И очень важно, чтобы мужчина для себя не сделал вывод, что вы всегда будете эту инициативу проявлять. Вот этого не нужно. Вы один раз инициативу, допустим, проявили, и все. И если вы мужчине интересны, если вы мужчине дороги, то он сам будет эту инициативу дальше проявлять. Если нет, то, соответственно, не будет. И тогда уже по его поведению можно судить, правы вы были или нет. Это все, надеюсь, помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи.